Привет, друзья! Сегодня у нас особенный челлендж, и он посвящен всем любителям приседаний. Вам необходимо будет выполнить максимальное количество приседаний особым образом. Хотите проверить свою силу и выносливость ног? Давайте попробуем. Правила нашего челленджа. Вам необходимо будет выполнить максимальное количество приседаний следующим образом. Вы должны опуститься до параллели, задержаться здесь на 10 секунд, отпуститься ниже, опять встать до параллели и полностью выпрямиться. Это считается одно повторение. Вам необходимо сделать максимальное количество повторений. Про задержку движений. Включаем секундомер с отсечкой 10 секунд. После этого начинаем движение. Звучит секундомер. Отпускаемся вниз. Считаем. Раз, два, три, 4, 5, это все считает секундомер. 7, 8, 9, 10. Провалимся вниз, опять до параллели. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Полностью выпрямляемся. Раз, пошли еще раз. 1, 2 и так далее. Следите за техникой упражнения. Не поднимайте таз слишком высоко. Не сводите колени. Масса тела должна быть распределена точно по стопе. Коленки выводите в стороны. Старайтесь держать спину прямой. Руки можно держать перед собой. Можно в согнутых локтях. Но за спиной будет слишком тяжело. Попробуем выполнить это вживую. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Выполнили? Отлично. Мне пришлось выключить микрофон, чтобы вы не слышали весь мой русский-чувашский сленг. Поэтому запишите свои значения в комментариях, поделитесь этим видео своим друзьям, для того, чтобы они тоже поучаствовали в этом челлендже, и вы могли сравнить свои результаты, выявить, кто из вас крепче и выносливее ногами. Спасибо за участие в этом челлендже. Поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал. И до новых встреч. Увидимся совсем скоро, потому что я приготовил для вас следующий очередной челлендж. Пока.